Джоан Роулинг. Важно не то, кем ты родился, а то, каким ты стал. Если вы не любите читать, значит, вы просто не нашли нужную книгу. Неужели толстый – это действительно наихудшее, что может приключиться с человеком? Неужели толстый – это хуже, чем мстительный? Завистливый, пустой, тщеславный, скучный или жестокий? Не для меня. Мне было нечего терять. Иногда это придает достаточно смелости, чтобы попробовать. Никогда не жди, пока достигнешь совершенства, иначе будешь ждать вечно. Делай лучшее из того, что ты можешь, с тем, что имеешь. И будь одним из тех, кто осмелился, а не тем, кто только мечтал. Требуется немалое мужество, чтобы противостоять врагам. Но еще больше мужества нужно, чтобы противостоять друзьям. Бедность влечет за собой страх и стресс, а иногда и депрессию. Она означает тысячи мелких унижений и лишений. Выйти из бедности собственными усилиями. Этим действительно можно гордиться. Но сама бедность романтизируется только дураками. Существует срок годности обид на родителей за то, что они неправильно направляли вас в жизни. Он истекает в тот момент, когда вы уже достаточно взрослые, чтобы самим сесть за руль. С этого дня ответственность лежит на вас. Как-то на улице ко мне подошла девушка. Она появилась просто ниоткуда. Ей, наверное, было около 20, и она сказала мне: «Вы – мое детство». И это было лучшее, что мне когда-либо говорили. Больше всего на свете я сожалею о том, что моя мать так и не узнала, что я стала писателем. Я думаю, я бы хотела провести один день с Гарри. Я бы пригласила его на обед и попросила прощения за все, через что заставила его пройти. Вы никогда не познаете себя, прочность ваших отношений, пока не переживете черную полосу. Этот опыт – настоящий подарок. Наш выбор в большей мере, чем наши способности, показывает нашу истинную сущность. Чтобы научиться писать, надо много читать, только это и помогает. Мы не нуждаемся в магии, чтобы изменить этот мир. Внутри нас уже есть все, что нам нужно для этого. Мы мысленно можем представлять лучшее. Каждая история живет до тех пор, пока хоть кто-то хочет ее слушать. Истории, которые нравятся нам больше всего, живут в нас вечно. Так что сколько бы вы ни возвращались к прочтению книг или просмотру фильмов, Хогвартс будет всегда рядом, чтобы принять вас домой. Прошлое бывает слишком тяжелым для того, чтобы повсюду носить его с собой. Иногда о нем стоит забыть ради будущего. Молодежь может не знать, что такое старость. Но я ненавижу взрослых людей, которые забыли, что значит быть молодым.
просто быть живым, смотреть, как солнце поднимается над блистающими снежными холмами, это же величайшее сокровище на Земле. Возможно, вы никогда не испытаете невезение в том же масштабе, что и я когда-то. Но некоторые неудачи в жизни все же неизбежны. Невозможно жить без сбоев, если только вы не живете так осторожно, что не живете вообще, в этом случае вы терпите неудачу по умолчанию. Я знаю наверняка, любовь – самая значительная вещь. Что сильнее слов «я тебя люблю»? Она сильнее страха, сильнее смерти. Когда я перестала притворяться, что я – это не я, я стала направлять всю свою энергию на реализацию цели, которая была для меня действительно важна. Воображение – это не только уникальная способность человека предвидеть то, чего нет, и, следовательно, источник всех изобретений и инноваций. Пожалуй, самая мощная преобразующая сила воображения заключается в том, что мы можем сопереживать людям, чей опыт мы никогда не разделяли. Все возможно, если у вас достаточно храбрости. Если мы изменимся внутренне, изменится и наша реальность. Это удивительное правило, и все же оно подтверждается тысячу раз каждым днем нашей жизни. Если хочешь по-настоящему узнать человека, присмотрись к тому, как он обращается с теми, кто слабее его, а не с теми, кто ему равен. Жизнь трудна и сложна, и находится вне нашего полного контроля. Смирение, заложенное в этом знании, помогает пережить превратности судьбы. Счастье можно найти даже в темные времена, если не забывать обращаться к свету. Меньше будешь спрашивать, меньше вранья услышишь. На свете нет ничего невозможного, дело только в том, хватит ли у тебя храбрости. Все достижимо, если у тебя достаточно твердый характер. Раны, нанесенные мыслями, заживают дольше любых других. Невозможно жить, не терпя неудач ни в чем, если только вы не живете так осмотрительно, словно и не живете вовсе, а это само по себе провал. Трудно поверить, что человек говорит правду, когда знаете, что на его месте вы бы солгали. Не жалей умерших, жалей живых, и в особенности тех, кто живет без любви. Сказка не существует, если ее не хотят услышать. Сказка не появится, если никто не захочет ее услышать. Мы сильны настолько, насколько мы едины, и слабы настолько, насколько разъединены. Если хочешь узнать, что перед тобой за человек, обрати внимание на то, как он общается со своими подчиненными, а не с равными. Сейчас я активнее, чем была когда-либо в жизни, счастливее, чем когда была ребенком,
подростком, девушкой. Возможно, средний возраст – мое время. Знание, что ты стал мудрее и сильнее вследствие неудач, увеличивает способность к выживанию. Я верю в Бога. И, похоже, именно это больше всего возмущает южных католиков. Почему-то они предпочли бы меня видеть убежденной атеисткой, нежели верующим человеком. Деньги дают свободу. Это суперсила. Когда есть деньги, ты не стоишь перед выбором, какую из вещей взять, одну или вторую. Ты понимаешь, что можешь купить обе. Жизнь не обязана быть удобной. И в этом я нахожу успокоение для себя и для всех, кто запутался в жизни. Типичного обывателя просто бесит человек, который совершенно не стыдится быть белой вороной. Человек умирает тогда, когда умирает последнее воспоминание о нем. Не забудьте поставить лайк и подпишитесь на наш канал.